это Прага и фестиваль Harley Davidson, куда приехали более 100 тысяч байкеров. Скейтборду, колобежце, колобежку достанут и от нас, запуйченную. A samozřejmě každý vyhrává, nikdo neprohrává, takže pojďte to vyzkoušet. No a ve 12 hodin, důležitá věc, ve 12 hodin buďte prosím do... Этот мотоцикл хочется, ну, как минимум, поцеловать. И вот это такая центральная площадь, где все байкеры подтягиваются и вот рассосредотачиваются по своим площадкам.